зоне хвоста. Не могу видеть. Я уже отхожу с зоны. Шампа, вы спрашиваете по той цели, по которой работали? Да. Пропадание было, у меня метки пропали после пуска. Шампа, прилив. Шампа, 023, под ваше управление, ухожу уже далеко. Ответил. Шампа, Зиева, наблюдаю, отвечает своим, азимут 183 от рэпера на дальности 82. В районе Васильков. Идет в районе, по аэродрому набирает. Ответил. Сейчас уточню. Самбо прилива. Самбо, для информации, наблюдаю в районе Васильков от рэпера 172 на 93. Отвечает своим. Самбо, как меня принимаете? Я прилив. Самбо, еще раз. От рэпера 173 на 95 в районе Васильков. Отвечает своим. Самбо, я прилив на связи. Второй сменщик будет готов через 7 минут к работе. Как поняли меня, через 7 минут. Самбо приливу. Самбо приливу. Самбо выключает. Спасибо за работу. Благодарю. На приеме. Отвечаю, прилив, самбо. Хорошо, так меня. Как меня принимаете, Самбо? Вас понял. А подскажите, где эти местоположения? 023 прилива. 023 прилива. Самбо, пока не принимаю 023. 023 прилива. Отвечаю, прилив. Прилив на приеме. В работе 023, 22 зона стоит. Наблюдаю под моим управлением. 23 прилива. Контрольная, как принимаете? У вас тоже хорошо. Повторите 023. Вас понял, высота ваша. Сколько? Не понимаю, 023. Самбо прилива. Высота 023, подскажите. Вас понял, 2200. 023, остаток ваш. Я понял, сколько по времени еще в этой зоне? 023 прилива. Сколько по времени еще будете в этой зоне? Вас понял. В каком районе? В районе Василькова наблюдаю две своих. Цель в районе Василькова, наблюдая, отвечает своим. В первом режиме. Вас понял. Периодически наблюдаю. Состав две. Один над Борисполем, другой над Василькова. На цели в районе Василькова, правильно понял? Вас понял. На 23 текущий курс. За рэпер не заводим? Вас понял. 023 курс. Вас понял. 023 влево, курс 150. Цель по курсу, до цели 160. 023 предположительно маловысотная, до цели 155. 023 цель по курсу, первая на удалении 150, дальняя на удалении 190. Обои. 023, на какой высоте наблюдаете? Вас понял. Вас понял, по курсу дальним 140. Самбо, в этом районе вираж? Я понял, 023, выполняйте в этом районе левый вираж. 023, принял. Thank you.
зоне хвоста. Не могу видеть. Я уже отхожу с зоны. Самбо, вы спрашиваете по той цели, по которой работали? Да. Пропадание было, у меня метки пропали после пуска. Самбо, прилив. Самбо, 023, под ваше управление, ухожу уже далеко. Ответил. Самбо, сиди, вот наблюдаю, отвечает твоим, азимут 183 от рэпера на дальности 82. В районе Васильков. Идет в районе, по аэродрону набирает. Ответил. Сейчас уточню. Самбо, прилива. Самбо, для информации, наблюдаю в районе Васильков от рэпера 172 на 93. Отвечает своим. Самбо, как меня принимает? Я прилив. Самбо, еще раз. От рэпера 173 на 95 в районе Васильков. Отвечает своим. Самбо, самбо, я прилив на связи. Второй сменщик будет готов через 7 минут к работе. Как поняли меня, через 7 минут. Самбо, приливу. Самбо, приливу. Самбо, выключаюсь. Спасибо за работу. Принял. Я дал команду.
все-таки на палате был корректировщик, по нем откуда-то справа был выстрел, под ним прошел. Наблюдал, наблюдал. Мирожки летящие. Лежит. Зеленый купол, дальше 100, крыша дома. Там группа людей. Похоже. Сити Хотел, вывеска, под ней стоят два человека. Один в самоницей. Добер, 3-5, Мирон. 3-6, Добер. Внимательно, этот отель на себе, туда мы не смотрим. Повтори. Отель, внимательно просматриваем, мне туда некогда поворачивать. Мой отель, плюс? А, плюс. 12. Камень, 3-5, Мирон. 6. Помоги Доберу отелю, разберите, влево, вправо, вверх. Может, мы поднимемся на верхний уровень, тогда разберем. В смысле, уйдете на кабинет? Нет, к вам, на железо. Минус, железо пока хватает стабильно. Просто видим второй, третий уровень вниз, сверху, левую часть, и все. Плюс, один на месте, второй ищет другую точку. Выходи на верхний, если что, меня такое, на спецу. Я плюс. Мирон, спецер, ну здесь наблюдатель нужно, не ограничить. Подумай о позициях. Возможно, глубина помещения на наблюдение вход здания и вперед, какие сектора мы потеряем, если будет. Мирон, Спенсер, ну сектор, в принципе, захватываем большой справа от фонарей стадиона, влево от здания зеленой крыши, туда дальше левее не видно. И не видно самую ближнюю маленькую баррикаду. На угол, вот где я стоял, можешь туда выйти? Там есть окна? На угол я вот наблюдаю стойку с фонарями стадиона. Плюс, налево, вниз, кто не наблюдает? Ближняя баррикада, это та старая самая? Да, Крушевского в принципе видно, но вот самую ближнюю баррикаду не видно. Мирон, которая по нижней дороге идет, вот это не видно. Плюс, мы отсюда наблюдаем. Мирон, ну я своих спускаю сюда. Оставь пока. Повтори. Пусти пока одну пару, вторую пока оставь. Как принял. Когда расположитесь, как? Плюс, одна останется наверху, две внизу. Штанга, голов, спускайтесь. Плюс. Мирон, 35 часов. 36. Мирон, у нас есть позиция, можно ниже из центра здания работать. Как нам быть с Добером? Ты спускайся, Добер остается. Наблюдай позицию. Когда все будет четко расположиться, меняешь Добера вниз. Мирон, я могу с Хасаном отойти. Это кто? Гами. Гами и Че, работайте ближе. Гами и Че, где вы? Мы работаем под вами в Мещердачном. Базируйтесь в комнату, убирайтесь вниз. Один вышел, нашел точку, расположился, спустил себе второго. Пробуйте сектор сохранять постоянно под контролем. Плюс. Хатан плюс. Техас выходит, сказал, судья дал команду на АП перейти подбираться. Что мы будем?
Сэр, всем? Ну, я так понял, всем. Выйди на судью так. Какая у него частота? Амар. Общая информация. Отель Украина. Центральная часть, 6-й сверху уровень. 2 человека в форме с треногой. Черная каска, белая или разгрузка, или бронежилет. Оружия не вижу, не хватает красности. Наблюдаю, оптика снимает видео. Большая труба у тебя, какой ты? Гамми, куда смотришь? Продолжение следует...